Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами iPhone 13 mini. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить таймер камеры. Открываем приложение камера. Затем нажимаем на стрелочку. Пролистываем наш ползуночек и нажимаем на кнопочку таймер. После чего выбираем, на сколько секунд мы включаем таймер, и нажимаем на кнопку затвора. Отлично, мы видим, что таймер камеры успешно сработал. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!